В первую очередь хочу поздравить соперника, наверное, с заслуженной победой, первое. Второе, не совсем у нас получился, наверное, отрезок первого тайма и второй тайм именно с этими пенальтями, назначенными в наши ворота. Не сумел достучаться до ребят, что в средней части поля после отбора перехвата нужно выходить через длинную передачу, через дальнего игрока. К сожалению, здесь не получилось у нас. Да, наверное, можно говорить, раз такое огромное количество назначенных пенальти, значит, наверное, игровая дисциплина в финальной трети наших ворот хромает, оставляет желать лучшего. Будем работать над этим компонентом. Причина, наверное, сегодня эту систему игры не только под соперника подбирали, но и в первую очередь, наверное, по наличию тех футболистов, которые были у нас в обойме. Отсюда такая, в первую очередь, оборонительная система. План был обороняться средним блоком, и акцент был на быстрое выбегание в контратаку. Не получилось этого. Тяжело было Егору Богомольскому, хотя спасибо сказал, парень старался. Молодец. Поддержки не всегда была та поддержка, которую хотели. Малыми силами бежали вперед. Но на то есть причины, которые я вам чуть ранее озвучил. Добились положительного результата. Все довольны. Во втором тайме появились зоны, наверное, соперник подустал, появились зоны, поэтому мы вскрывали зоны. Из-за этого игра стала быстрее. После двух забитых голов мы уже отдали инициативу, сели в оборонку, ну, доигрывали уже по счету, поэтому разница во владении была заметна. Для меня любой гол – это гол. Будь он забит с пенальти, со стандарта или с игры. С чем связано? Ну, не попадали в ворота. А так, ну, для меня любой гол, ценность одинакова, что он забит с игры. Ну, вынудили соперника свалить штрафной. Поэтому для меня одинаково, что гол забитый с игры, что с пенальти. Thank you.